Я так понимаю, вы подготовленная команда для путешествий во времени, это так? Специальные курсы по управлению машиной времени мы, конечно, не проходили, но уже через несколько мгновений сквозь мистический портал попадем в комнату прошлого, и часы начнут обратный отчет. Ровно 90 минут, чтобы вернуться назад в настоящее. Здесь все в лучших традициях квеста. Множество предметов, головоломок, ключей и кодов, способных запутать или пролить свет на загадку комнаты. Я повесила замок на все свои изобретения, чтобы никто не трогал их. А то мне кажется, что моему отцу всегда бывает в моей квартире. Загадочный ученый, незримый герой истории, как потом станет известно, имеет реального прототипа. Секреты его изобретений участникам игры и предстоит раскрыть. Шаг за шагом команда приближается к разгадке. Логика, скорость мышления и командный дух – залог успешного исхода игры. Если зашли в тупик, долго скучать не придется. Подсказка появится из настоящего. Для прохождения нашего квеста не нужны никакие ни физическая сила, ни какие-то специальные умственные знания. Наш квест может пройти как молодежь и получить огромное удовольствие, посмеяться, повеселиться, так и жители, которые уже более старшего возраста. И точно так же можно с детьми, они с радостью бегают, ищут ключики. Игра для самих создателей квест-комнаты Андрея и Александра началась несколько месяцев назад. Путешественники и большие затейники объехали пол России в поисках приключений. Подобные аттракционы для сообразительных по всей стране открываются один за одним. Мы много путешествуем, очень любим такие всякие фишки хватать. Зашли в квест в Москве первый раз, оказались в бункере прям. Надо выбраться, загадки, все очень таинственно, прям игра, то есть вживую. И когда вышли, все прошли, стали ощущение, что мы победители, и надо тащить это в Старый Оскол. На сценарий ушел месяц. Ребята, как Ильф и Петров, сочиняли вместе. Попутно обустраивали комнату, в разных городах искали советскую мебель, технику, эффект полного погружения и никакой бутафории. Мы стащили в одно место все предметы, которые до 87-го года, то есть здесь музей прошлого. То есть у нас как-то проходили квест бабушка с дедушкой, то есть им лет по 80 было, они в конце не хотели выходить, потому что сказали, что здесь вот прям их молодость, все как было, то есть в полном антураже. Разбудить себе сыщика, заставить работать серые клеточки. Как говорил Иркюль Пуаро, уже успели десятки старооскольцев, равнодушных не было. Чтобы мозги работали. Особенно, когда там есть на время, да, нам постоянно вот это вот говорят, что время кончается быстрее, и все, начинаешь паниковать, быстрее, и тогда мозги отключаются. Бывает, что все это на ощупь. Когда испытания позади, напряжение спало, и мир спасен. Желание одно – забыть все и еще раз окунуться в мир головоломок. К радости играющих создатели машины времени вскоре обещают новый квест.